ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح. Все мы знаем, что спорт – это основа здоровья. Именно спорт помогает нам расти крепкими не только телом, но и духом. Подвижные игры за мячом, бег, плавание, стрельба из лука – все эти виды спорта помогают нам отлично отдохнуть, поиграть, повеселиться и хорошо провести время со своими близкими. А для мальчиков очень подходит борьба, ведь мы должны быть сильны, чтобы в случае чего защищать своих сестренок, мам, жен и дочерей. Да, ты прав, Мухаммад. Именно поэтому сегодня мы пришли в гости к чемпиону Азии, к серебряному призеру Олимпийских игр, заслуженному мастеру спорта по вольной борьбе Мухаммаду Абдулмуминовичу Ибрагимову. Ассаламу алейкум, Мухаммад Абдулмуминович. Расскажите, пожалуйста, со скольки лет вы начали заниматься спортом? Нравилось ли вам в детстве тренироваться? Ну, свою спортивную карьеру, конечно, начал я относительно рано. Профессионально, если можно так сказать, начал заниматься спортом в 12 лет. Слава Всевышнему, к 13 годам уже был определенный результат по вольной борьбе. Ну, в общем, если взять, конечно, мою жизнь, как сколько себя помню, столько и занимался вольной борьбой. Еще когда было лет 5-6, я помню, отец меня всегда приобщал к таким видам спорта, как гимнастика, акробатика. Уже с тех пор, помню, научился делать сальто с руками, без рук. И вот мой такой совет, уже вот как человек, который долгие годы занимался спортом, вот родителям, наверное, больше, если вы хотите видеть своих детей чемпионами Олимпийских игр, чемпионами мира, Европы, приобщайте их вот именно с раннего возраста. Потому что вот такие вот навыки, как гибкость, допустим, скорость, растянутость, это все, конечно, лучше и легче приобретается именно в ранние годы. Впоследствии, когда уже человек, конечно, определенного возраста добивается, достигает, ему, естественно, немножко тяжело бывает развить в себе эти качества, которые помогают ему добиваться успехов. Ну, еще раз скажу, конечно, тренироваться любил с детства. Меня в этом плане никто не заставлял. Оно у меня внутри, как говорится, сидело. Любил плавать, любил играть в такие игры, как футбол, там баскетбол уже впоследствии, волейбол. Какой ваш самый главный совет для тех мальчиков, которые только начинают заниматься борьбой? И еще скажите, пожалуйста, если какие-то упражнения, которые нужно делать с раннего детства, чтобы быть сильным? Ну, главный мой совет, чтобы вы слушались, уважаемые детишки, своих родителей, они вам никогда плохого не пожелают. Родители – это те люди, которые детей любят больше, чем самих себя. И, естественно, если вы уже определились к хорошему тренеру, вас определили, надо, соответственно, слушать и своего тренера, своего наставника. Он тоже – это тот человек, который прошел все эти этапы, спортивные этапы. Он знает, что для вас лучше. Еще раз повторюсь, будете слушаться родителей, будете слушаться своих тренеров, наставников, будете следить за своим внутренним состоянием, не перегружаясь, естественно. Уверяю вас, вас всех ждет успех и, соответственно, конечно же, будет определенный результат. А каким этот результат будет, конечно, в первую очередь зависеть все от Всевышнего, ну и в какой-то мере от вас, если вы будете трудиться и над собой работать, все у вас, как говорится, получится. Что касается упражнений, чтобы, допустим, посредством которых вы можете стать сильными, это, на мой взгляд, это такие упражнения, как особенно для вольной борьбы, это как гибкость, растянутость, а они вырабатываются именно с детства, поэтому с детства уже с 5-6 лет надо потихоньку себя
развивать в этом направлении. Немаловажную роль, конечно, играет бег, а может быть еще более даже полезно это плавание. Ну, слава Богу, у нас есть все возможности для того, чтобы и бегать, и по песку, и в горы, и, соответственно, плавать. У нас республика, где много озер, где много рек, у нас, естественно, Каспийское море. В этом плане тоже надо над собой работать. Еще раз повторю, чтобы, допустим, в дальнейшем, в будущем добиться успеха, уже надо хорошую базу, хороший фундамент приобретать с детства. Мухаммад Абдулмуминович, а как вы относитесь к женской борьбе? Я думаю, что такой вид спорта совсем не подходит женщинам. Как вы считаете, каким видом спорта могут заниматься девочки? Вопрос хороший. То, что сегодня люди, человечество приобщается к спорту, ведут здоровый образ жизни, что спорт становится очень популярным. Это такая некая даже мода, да, но это хорошая мода. То, что к этому, еще раз повторюсь, приобщаются и привлекаются, это очень хорошо, это очень здорово. Вообще, на мой взгляд, и мужчина, и женщина, они должны обязательно заниматься спортом, в крайнем случае хотя бы поддерживать просто общую физическую, как говорится, форму и подготовку. Ну, конечно, что касается таких видов спорта, как вольная борьба, бокс, тем более бои без правил, они, конечно же, не подходят для прекрасной половины человечества, поэтому им надо заниматься спортом. Ну, во-первых, надо соблюдать, конечно, скромность в одежде. И вот эти виды спорта, о которых мы говорим, они в первую очередь для них самих же вредны. Потому что мы все прекрасно знаем такие виды спорта, как вольная борьба или же бокс. Они действительно много здоровья и сил забирают. Поэтому заниматься спортом надо. Но есть такие виды спорта, как, допустим, художественная гимнастика. Или же просто можно, как говорится, далеко не выходя, заниматься дома там фитнесом, акробатикой и так далее. Это все, конечно, в этом случае будет больше пользы. И еще раз повторюсь, для наших прекрасных женщин. Расскажите, а какой режим дня должен быть у будущих чемпионов? И что едят спортсмены, чтобы быть сильным? Что касается режима дня, распорядка дня, для спортсмена, да и в принципе для человека, она играет, конечно, очень большую роль. А для спортсмена это вообще, конечно, на мой взгляд, это самый главный показатель успеха, когда ты соблюдаешь режим, у тебя есть распорядок дня, у тебя есть план на день, на неделю, на месяц, на год. И только в этом случае, уверяю вас, человек может добиться каких-то результатов. Если он не дисциплинированным, нет у него режима дня, маловероятно, что он станет чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Поэтому еще раз повторюсь, что вот этот режим, распорядок дня, он очень важную роль играет. Что касается питания, конечно же, еще раз повторюсь, это тоже входит в режим. Ну, он в этом плане простой. Это завтрак, обед, ужин. Естественно, надо перед тренировкой обеденный сон сделать, там час-два. Очень важный момент, чтобы ты рано ложился, вовремя ложился, в 10 часов или же в 11 часов в крайнем случае. И по поводу того, что именно, там, какое именно питание, кому как подходит, это, конечно, индивидуальный вопрос. Ну, естественно, есть такие витамины, которые общеизвестны для спортсменов. Фрукты, овощи, соответственно, должны быть. Горячая еда, естественно, мясо, рыба, это само собой. Ну и, конечно же, как же без нашего допинга, да, аварского хинкала. Он тоже, конечно же, не увлекаясь. Бульон, аварский хинкал, сушеное мясо, это все то, что, конечно, без этого тоже тяжело. Даже на последних Олимпийских играх вы, наверное, слышали, да, что аварский хинкал вообще хотели к допингу приравнять. Почему? Потому что много представителей Кавказа, которые любят это блюдо, они стали чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спасибо большое. Будем стараться соблюдать режим дня и хорошо питаться. Мне кажется, что в этом секрет успеха не только спортсменов, но и всех, кто хочет быть сильным и здоровым. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух. А как вы считаете, спортивный образ жизни помогает в богослужении? Конечно же, спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, он очень сильно помогает в богослужении. Я вот всегда исходил из изречения нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, где он говорил, что сильный мусульманин, он более любим Всевышнему, нежели слабый. Хотя в обоих
есть благо. Конечно же, под словом силы, как наши ученые говорят, там подразумевается не только физическая сила, это, конечно, сила веры, сила, наверное, интеллекта, сила нравственности, но и физическая сила в том числе. Поэтому мусульманин он всегда должен быть привлекательным, подтянутым, здоровым. А чтобы, конечно, богослужение у тебя получалось, как говорится, на уровне, чтобы ты мог соблюдать и пост месяц Рамазан, и совершать пятикратный намаз, конечно же, безусловно, для этого нужно хорошее здоровье. А что касается ислама, исламского образа жизни, он, естественно, как раз-таки не то, что побуждает, он обязывает вести себя правильно, не курить, не пить, вот именно правильно питаться, соблюдать ежедневный режим. Вот если даже взять 5 раз, которые мы совершаем намаз, это тоже своего рода режим. Он нас, как говорится, в рамках тоже держит. Поэтому вот я как знаю, 99% наших дагестанцев, которые добились результатов в спорте, будь то вольная борьба, бокс или любые другие виды спорта, это все те, кто придерживается принципов ислама, основ ислама. И по себе знаю, вот именно вера, она очень сильно помогает. И я вот всегда говорю, что мне кажется, спортсмены, они в каком-то смысле, они не менее верующие бывают, чем простые люди, обычные люди. Почему? Потому что особенно перед соревнованиями, перед серьезными стартами, ты, естественно, вынужден обращаться. А кому ты можешь обращаться? Не иначе, как к Всевышнему. Мы молим Всевышнему, мы просим у него победы. И когда, естественно, мы знаем, что он нам помогает, это и нашу веру укрепляет, и мы в этом плане становимся более благодарными Всевышнему. Спасибо, очень интересные советы. Еще вам очень хочу задать такой вопрос. К сожалению, в жизни не всегда получается выиграть. Иногда так расстраиваешься из-за четверки по математике, из-за второе место в конкурсе. Как научиться проигрывать достойно? Я считаю, что это очень важный вопрос. Вот любой спортсмен, который добился чего-то в жизни, он не добился, кроме как научился проигрывать, достойно проигрывать, и только после этого он начинал одерживать победы. Есть же такое, что жизнь, она состоит из черных и белых полос. Поэтому, не преодолев черную полосу, ты никогда не выйдешь на белую полосу. Даже вот часто слышал от наших ученых алимов, где они говорят, что за... Они, конечно, передают слова Всевышнему. За тягостью обязательно будет облегчение. То есть тягость, она должна быть. Без этого никак не получается добиться успеха, будь то в спорте, в учебе, или же даже, допустим, в политике. К примеру, везде надо преодолеть вот эти трудности, тяжести, и, естественно, тогда будет успех. Более того, я вам скажу, уважаемые детишки, вот по себе знаю, вот, часто бывало так, что проигрывал и на юношеских соревнованиях, и на молодежных каких-то турнирах. Естественно, проигрывал, когда уже вышел на более профессиональный и серьезный уровень. Но я знаю одно, что я постарался для себя делать выводы, анализировать, извлекать уроки. И я всегда говорил и говорю, что порой вот эти вот проигрыши, они намного нам больше дают, чем победа. Почему? Ты выигрываешь, ты расслаблен, ты где-то в какой-то степени, в хорошем смысле слова, чувствуешь внутреннюю гордость за себя. Но когда ты проигрываешь, естественно, бывает подавленность. Эта подавленность заставляет тебя думать, размышлять. Из-за чего ты проиграл? За счет чего ты ему проиграл? Почему не смог его выиграть? Что тебе не хватило? Что помешало? Где-то недоработал, где-то недотренировался, где-то не проявил характер. Соответственно, ты извлекаешь уроки, работаешь над собой. И, уверяю вас, она, естественно, тебя, человека, как и спортсмена, его как человека делает сильнее. Естественно, самое главное здесь не падать духом, не отпустить руки. А если вот так ты сможешь подойти к этому, это нормальное явление, значит, Всевышний так захотел. Но мое дело проанализировать ситуацию, все те ошибки, все те слабости, которые не дали мне победить, их, как говорится, исключить. И уверяю вас, оно вам только на пользу пойдет, и вы обязательно будете и чемпионами в спорте, и чемпионами в жизни. Но самое главное, чтобы нами всеми был доволен Всевышний. Спасибо большое за такие интересные ответы на наши вопросы. Да будет доволен вами Всевышний Аллах. Мы искренне желаем вам быть победителем в самом главном соревновании под названием «Земная жизнь». يا رحمن ساعدني يا رحمن يا
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن